на вынесенный трансформатор, ну, вернее, перенесен существующий трансформатор на карту газа. Вот по нашим данным, хотелось бы уточнить координаты, по нашим данным, там участок, принадлежащий конкретным людям. Сейчас вот по данным СНТ «Ромашка» там находится, по публичной кадастровой карте, там, в принципе, это территория муниципальная. Нет, у этого участка есть координаты, например. Давайте уточним, просто-напросто на кадастровую карту, если будете полагаться, тоже нельзя, потому что, вот я знаю, проводили межевание одновременно. Вот по одному участку внесли изменения, а по второму участку изменения, ну, то есть все, документы получены, а еще месяца три не были внесены. У меня вопрос к Ромашке. У нас были договоренности по поводу этого переноса, правильно же с вами? Так же? Было договоренность трансформатор перенести вниз, вы, на вход. Вы готовы это сами оплачивать, вот этот перенос? Почему мы должны это оплачивать? Хорошо, скажите тогда, почему вам именно это место не нравится? Вы говорите, разводку вам не нравится, да? Вы не можете обосновать это? Мы с вами, непосредственно наши специалисты с вами разговаривали по поводу переноса этих трансформаторов, да? То есть он реально сейчас стоит на нашем земельном участке. 60 сантиметров. Мы готовы отодвинуть эти 60 сантиметров. Дело в том, что там все контуры, все, вся инфраструктура трансформаторов. Хорошо, давайте тогда мы готовы вас подвинуть, тот же трансформатор, не будем его просто закупать. Не будем увеличивать мощности. Мы вас не просим закупать, мы закупили трансформатор на 400. Ваш вопрос в чем был? Я просто не понимаю, почему опротестовывают вот этот момент пересадки. Вот разработчик проекта планировки в рабочем порядке представит управление обоснованием. Совершенно верно. Потому что там существующие линии, там у меня контура сделана, все сделано. Пожалуйста, обоснуйте вот этот момент. То, что я вам обосновываю, только затраты. И нет, и не только затраты. Сейчас он перенесет разобраться. Возможно, он перенесет на участок, принадлежащий конкретным людям, в частной собственности. Потому что по нашему плану, там находится участок, имеющий определенный номер. Хорошо, вы вот, давайте этот земельный участок вы на кадастровый учет не поставили. Публичный кадастровый. Трансформатор стоит сейчас вот здесь. Вы его поставили вот сюда, на участке. Здесь имеют собственники. Здесь имеют собственники. А то, что там в кадастровой палате бардак, что многие участки не стоят на учете, хотя все не стоят на учете. Христос, у вас документы есть, подтверждающие права, какие-то права на эти участки? Нет, есть же какие-то документы. Просто вас кадастровой палате, они не стоят на учете. Когда именно строительство? Наверное, когда начнется реализация газопровода. А это когда? Непонятно, да?